Привет, с вами магазин Формант. Сегодня у нас на обзоре помесь электровелосипеда и электроскутера. Называется он Delivery Line V12. И как мы видим из названия, производился он с акцентом для тех, кто занимается доставкой. Также он будет интересен и тем, кому необходимо перевозить грузы. Потому что у нас и спереди большая корзинка, и сзади багажник, который трансформируется именно под габаритные тяжелые грузы. Вообще велосипед предназначен для работы на каждый день. Итак, давайте начнем сначала с электрической начинки. Поехали! На заднем колесе установлен электрический двигатель. Благодаря ему велосипед разгоняется до 40 км в час и уверенно едет, даже если у вас на багажнике сидит человек. Аккумулятор здесь литий-ионный на 48 вольт и 12 ампер-часов. Поэтому запас хода на одном заряде примерно 40 километров. А если помогать велосипеду педалями, то это расстояние можно увеличить. Аккумулятор здесь расположился под сиденьем и является быстросъемным. Чтобы его снять, делаем так. Поворачиваем ключ, выключая аккумулятор, надавливаем, поворачиваем еще раз, тем самым убирая фиксирующий штырь. С другой стороны отсоединяем кабель, идущий к аккумулятору, и под сиденьем специальный язычок нажимаем, опрокидываем сиденье. Сняли. Удобная функция, не нужно тащить к розетке велосипед, а достаточно взять с собой только аккумулятор. Управлять вы будете полноразмерной ручкой газа, и помогать вам в этом будет LCD-дисплей. И велосипед, и дисплей включаются с ключа. Вставляем ключ, поворачиваем ключ, тут же включается дисплей, и мы видим текущую скорость, уровень заряда батареи, дистанцию с последнего включения велосипеда. При переключении режимов буквой М появляется одометр и вольтаж батареи. Чуть ниже дисплея мы видим зеленую кнопку. Это фиксатор скорости, или, проще говоря, круиз-контроль. Вы разгоняетесь до нужной вам скорости, нажимаете кнопку, тем самым фиксируете скорость, и уже едете без дополнительных манипуляций с ручкой газа. В левой части руля расположилась кнопка включения передней фары. Чуть ниже переключатель трех скоростных режимов – первый, второй, третий. На первой скорости велосипед разгоняется до 20 км в час, на второй – примерно до 30 км, и на третьей уже до 40 км в час. И желтая кнопка – это у нас звуковой сигнал. Пожалуй, самый громкий, который я слышал на велосипедах. Итак, по электрике это все. Давайте перейдем к необычной механической конструкции этого велосипеда. Рама у велосипеда из крепкого и легкого алюминиевого сплава и выдерживает общую нагрузку до 140 кг. 20-дюймовые колеса с универсальной резины легко проедут и по асфальту, и по щебенке. И по грунтовке. Вдруг доставка будет не по городу, а где-то в лесу. И спереди, и сзади установлены амортизаторы, которые при езде придают комфорта и проглатывают все неровности дороги. И обратите внимание, сзади серьезные такие пружины стоят. Тормоза стоят барабанные, механического типа. Благодаря им велосипед останавливается мягко и четко. У байка мягкое сиденье с пружинным амортизатором для долгих комфортных поездок,
что особенно важно, когда вы проводите в седле весь свой рабочий день. Сиденье можно отрегулировать по высоте, открутив два шестигранника. Для перевозки грузов модель оснащена передней металлической корзиной и задним раскладывающимся багажником, на который можно ставить коробку, термобокс или любой другой груз. Также можно с легкостью перевозить и человека. Для этого багажник трансформируется, и мы поднимаем мягкую спинку. После чего сидеть становится очень удобно. Чтобы велосипед не угнали, помимо замка на аккумуляторе, электробайк можно заблокировать во время стоянки замком на заднем колесе. И поставить на сигнализацию. В комплекте идут два брелка и дополнительные ключи. Электровелосипед обладает специальной платформой для ног велосипедиста и ножками для пассажира. Можно полностью снять педали и превратить электровелосипед в полноценный электроскутер. Установлены полноразмерные металлические крылья с брызговиками. Они надежно защитят вашу одежду от грязи и брызг. Над цепью тоже есть надежная защита от попадания в нее элементов одежды. Также под сиденьем есть специальная ручка, за которую удобно при необходимости велосипед поднять и перенести куда нужно. И хоть он и выглядит большим, весит всего 23,5 кг. И, конечно же, стояночная подножка с фиксатором, которая вертикально удерживает ваш велосипед в любом месте, где вы захотите его оставить. Итак, мы сегодня познакомились с необычным электровелосипедом Delivery Line V12. И как мы видим, он просто создан для ежедневной работы и перевозки грузов. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем. Приходите к нам в магазин, и мы подберем электротранспорт именно для вас. Ну а мне остается напомнить, что покупая технику в нашем магазине, вы приобретаете действительно качественный электротранспорт с официальной гарантией. С вами был магазин Формант. Пока! Thank you.